Турецкое руководство дорожит своей независимой политикой и самостоятельностью в вопросах обеспечения национальной безопасности, а не безоговорочно следует политической линии Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Русская мысль», издающемуся в Великобритании. Он указал на то, что Анкара придает большое значение членству в НАТО и несет обязательства в рамках альянса, однако старается сохранять независимость политических решений. Турецкое руководство стремится проводить независимую национально ориентированную внешнюю политику, как раз за нежелание слепо следовать фарватере линии Вашингтона и самостоятельности в выборе средств обеспечения собственной обороноспособности, Анкара и подвергается критике со стороны натовских союзников, сказал он. Подпишитесь на наш канал Budranews и будьте в курсе всех событий.